Привет, мы на канале Супер Макс. Сегодня мы откроем вот такие вот киндер. Только не просто чуть-чуть, а целых 6 киндеров. 3 поиска вдоль и 3 холодного сердца. Ой. Максим, с какого будем начинать? Какого? С этого. В поисках Дори? Да. Собачка нам попала. Ух ты. Так, только не часто она собирать. Суслик какой-то, да? Да. Какой-то суслик тебе попался. Прикольный такой, это да? Это не суслик, это суслик-морф. Давай, бери второе. Давай. Опа. С первого раза открылся. Киндер. А ну попробуй шоколад. Ну как? Вкусный. Вкусный? Да. Еще один такой же зайка, только синий. Да, точно, это зайка, который рисует, да? Да. Ну, вот такой крутой зайчик попался. Синий. Еще один попался, и золото попадает. Вместо рук у него фломастеры, да, Максим? Да. Карандаши вместо рук. Такой он смешной какой-то. Глаза на нос все свел. Вот так вот рисует. Можно синим и оранжевым рисовать. Так, буду открывать плечи. Ух ты! Как уже классно открывается оно у тебя. Как у профессионала. Открывает, даже там попадется. Ну показывай, что там, что не там. Не высыпает. Опа, завалил еще одно яйцо. Скажи, еще не твоя очередь. Еще не твоя очередь. Ух ты, а что у тебя такое крутое? Машинка. Какой-то карандаш, машинка-карандаш, да? Да. Как же... Какая-то крутая машинка, карандаш, фломастер вернее, открывается, чтобы ровные линии рисовать. Классная игрушечка. Так на колесиках прям? Не, ее надо так вдоль колесиками прям вести так, чтобы она так ровненько ехала и ровную линию рисовала. А ну. О, смотри, как получается. Класс. Дальше открывать. Давай, у нас еще целых 3 киндер-сюрприза. Холодное сердце. Интересно, что же тебе теперь в этих будет попадаться. Холодное сердце, я знаю. Ты знаешь? Да, холодное сердце. А кто там бывает из героев? Ух ты, ты так быстро открыл. Ничего себе, прям какие-то странные киндер-сюрпризы, целенькие такие. Что ты будешь делать с этим всем шоколадом, Максим? Кусать. Ты его весь кушаешь? Да. Тут так много. Еще одна машинка фломастер. Да? Да. Так это же совсем другой набор. Все равно машинка фломастер, ух ты, точно. Точно такая же. Такая. Только цвет другой, да? Можно теперь разукрашки всякие делать, да? Разными. Разными цветами, да? Итак, 5-й киндер. Еще один ровный. Дядька какой-то? Да. Прикольный дядька. Вот лед рубать. Да, классная игрушечка.
такая типа глыба льда, у него топор. И он такой высекает что-то из нее. Так, тыщ, тыщ, тыщ. Приступим к нашему последнему киндер-сюрпризу. Ну давай, приступим. Сегодня хорошо, у нас почти без повторений. Одно только повторение, но там цвета разные. Надеюсь, в последнем не будет тоже повторения. Да, попробуй. Опять ровненько. Опять ровненько, классно. Ух ты. Это новенькая? Опять повторение, да? Или нет? Нет, это вроде другой какой-то. Да, какой-то другой фломастер. Да. У нас есть целака и целая фломастера. Это, наверное, фломастер для полукруг. Да, здесь такая раска, такое колесико под углом. Ну что, пригодились тебе фломастеры? Пригодились. Можно теперь разукрашивать, да? Давай